Хей, okay, с вами Шумги, мы продолжаем проходить игру под названием Chasm. И мы в заброшенном замке, в прошлой серии мы походили, поискали сундуки и все такое. Так. Да. Все. Еще портал. Еще один портал. Да, в новое место. Сразу идем наверх. Лечок. Да, блин. Ну, урон побольше. Что снизу? Ау, больно. Ну, нам только сюда идти. Ваншотится. Эта фигня ваншотится, окей. Портал. Мы поднялись еще выше. Глаз. О, левел ап. Вау, вау, вау. Он начал что-то какую-то херь творить. Он начал свою звездочку заряжать чем-то. А не, он просто сдох. Вот, видите, мгновенный типа удар. Непонятно, что это. Как этого добиться? Почему ты не бросил? Странно. Вот снова! Оно чисто работает два раза, но это можно типа юзать. Местные читы. Местный аналог читов. Ой, ё-моё. Ё-моё. Тихо, 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 тихо. Инвентарь. Парковочки. Чё я так сразу не сделал? Все. Так, Эмбер кольцо. Эмбер. Фигня. Чисто увеличена удача и все. Только на что влияет здесь удача? Секреток нету? Нету. Давайте просто в эту сторону пойдем. Так, маг. Еще одна развилка. Инвентарь. Юз. Ах ты ж, ё-моё. Эта херня уже пошла. Юс. Юзим, юзим, юзим. Готово. Да, походу нужно было понизу идти.
А, уже посрать. Сейф? Какой-то ген, с помощью которого можно что-то призвать. Диамант. А мне потом обратно еще идти нужно. Вот я и дошел. Классненько. А, тут проход есть. Портал. Так, энергию отрубили. Тихо, 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 тихо. Ага, то есть вот так, да? Ну я здесь отрубил. Я понял, что это за место. Отлично. Отлично. Теперь, по идее, я что-то отсюда, да, вырубил? Да, один генератор. Хорошо. А выше... Минус... Минусуем, минусуем. Куда ты меня отправляешь? Смотрим. Монеты, чисто монеты. Так, здесь отрубили. Тут портал. Сверху все еще есть. Так, юзаем. Кушать. Какой-то нижний участок. Вау. Ах ты зараза, он... Нифига, 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 нифига. Нифига, 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 ты жесткий. Ладно, это ту херовину буду перепрыгивать. Минус призрак. Не знаю, куда я иду, но я иду просто прямо. И опять развилка. Хута улк. Так, darkness. Короче, великое и зло. Бла-бла-бла. Улак. Так, инвентарь.
Так, экипировка, браслет. Ну, на урона больше ничего такого нет. Лужечно. Не подохнуть. Вау. Все, можешь там оставаться, я разрешаю. Можешь оставаться там. Этих херовин я буду просто пробегать. Здесь нужно радиус иметь определенный. Дайте сохранялку, пожалуйста. Я просто уже иду, иду, иду. Инвентарь. Пипец. Пипец. Вот это жесть. Так, сыр, хорошо. А мне в ту сторону придется все равно идти, потому что там тоже проход какой-то. Плохо. Плохое предчувствие. Так. Еще скушаю. Ого, я убил химеру. Я думал, он мне сейчас зашмет и кокнет. Хорошо, я плюс отхилился. Нормально. Еще один порт. Нужно за портами следить. Угу. Так, отлично. Погнали обратно. Мерш больше не выйдет, я надеюсь. Походу нет. Отлично. Отлично. Пойдем сюда. Так. Новая ружка. Беговое новое оружие. Так, готово. Карта. А мне потом все равно наверх нужно идти, потому что там какой-то еще проход есть.
Ладно, плевать. Плевать, плевать, плевать. Побежали вперед. Тимеру мы кокнули. Плохо то, что тут именно сейвингов нету. Тут локация просто одна. И она опасная. Теперь вспоминаю, где я был, а где я не был. Кажется, я здесь не был. Или был? Сверху было закрыто. Ну, а сверху открыто. Где мой парашют? Я парашют не могу использовать. Классно. Так, последнее новое место. С ними даже связываться не хочу. Тихо-тихо-тихо, замахивается он уже. А, хилы есть. У меня хилы есть и покупные. Что это за фигня? Почему он задом атакует? Здесь лучше не рисковать. Вау, вау, вау. Нихера себе. Я думал, это босс, а это нихера не босс. Побежали прямо. Нет. Давай, 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 сюда, сюда. Угу. Еще немножко. Готово. Пока. Броням. Огням. Может мне сходить сохраниться? Чувствую, что да. Там не пройти. Так, инвентарь. Еще один стейк съем.
Готово. Теперь пойдем вниз. Право. Нужно будет потом сходить. Юлакамба шаман кого-то призовет. И что? И что мне это дало? Но здесь должен быть последний ключ, который мне нужен. Как оно? Замудрено. Так, инвентарь. Термач. Так, у меня еще сыр есть. Хлебушек есть. Я просто пробегу, да и все. Зараза. Значит, просто пробегаем. Больше ни хера не делаем. Не знаю, что она дает, но я знать не хочу. Видите, главное, нигде нету секреток. Максимум ХП. Последний портал. Да, или там еще проход. Ё-моё. Мне все равно, я не хочу с ним драться. Влево. Все, значит, справа последний. Last Generation. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, а теперь куда мне нужно? Мне нужно наверх, да. А, все равно. О, щит пропал, херово. Да, это тот генератор, прямо когда мне нужно. Ух ты ж, ё-моё, битва с боссом. Вот так, да? Я сделаю, понятное дело, что я вернусь, пойду в город, сохранюсь, закуплюсь и пойдем. Давайте с той стороны. Так, ладно, с тобой поговорю. Бай. Ладно. Где я всех вернул?
Эйзен. Бейзден и Эйзел. Еще двоих нужно найти. Ладно, он пока нам сделает воздушный шар. Так, L. Апгрейды. Что за апгрейды у нас? За рубины, да? Дел. Крафт. Фигня. Купить. Не, давай продать. Так, 5 кусков у меня на руках. Сейвинг. О, собака. Дел. Так, все. Бай. Антидоты. Поинты. 75 хп. 200 хп. 30 секунд увеличивается у меня дамаг. На 600. Давай. На 1000. Готово. Дел. Бай. 50 хп, 60 хп, 50 хп, 55, 55. Так, а что там 60 давало? Багет. Все, купил Энни. Привет. Да, я нашел твоего солдатика. Он играет главную тему игры. Пускай отдыхает. Лайтстоун это то, что я могу потом заюзать. Так, бай. Так, отлично. У меня теперь до хера хилок. Сохраняемся, идем. Я не знаю, где мне еще одну такую часть яйца найти. Хилок у нас до херища. Поэтому мы готовы к боссу. Только вперед, 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 вперед. Потом сюда вернемся. Скорее всего, нужно зелье какое-то специально, чтобы видеть. Невидимая. Ну, поехали. Так, сразу.
Мужик-ворон. Тихо. Инвентарь. Я знал, что так будет. Поэтому я подготовился. Кексик. Яблочки. Ты ж ё-моё. Тихо-тихо-тихо, инвентарь. Готово. Шаман убит. Максимум ХП. Все, шаман грохнут. Конечно. Так. А вот это то, что нам нужно. Теперь нам нужно пойти в траву. В сад. И там у нас будет местечко. Куда нужно его всунуть? Сад, сад, сад. Так. Тут белок у нас все равно до хера. Только вот этот доп урон нужно будет купить побольше. Доп урона мало мне дают. Так, у меня урон 60, а так всего лишь каких-то. Сколько мне. Ой, стоит, там можно залезть. Pick to cards. Карты. Походу, карты нужно вернуть. Да, е-е, бла-бла-бла, клэк. Все, кольцо инков у нас открылось. Давайте здесь закончим, в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.